Этот дом вырос всего за несколько месяцев. Недавно здесь начали монтаж 12 этажа. Работы идут с опережением графика. Строители пообещали Андрею Шпаку удержать набранные темпы. Срок ввода дома в эксплуатацию – второй квартал 2008 года. Первый замглавы остался доволен увиденным. Это такой первый для Солнечногорска уже как бы в новом веянии положительный опыт строительства комплексной застройки, да, микрорайонов. Потому что, к сожалению, Рекинцо нам еще досталось в наследие от предыдущей администрации, поэтому там у нас, конечно, было очень много проблем, в том числе и социальные инициативы, и все остальное. Здесь уже пример именно вот новой нашей работы. Новый дом – часть будущего микрорайона с сопутствующей инфраструктурой, включая детский сад. По договору с инвесторами, часть квартир перейдет муниципалитету для очередников. Особенность нового жилья в том, что в нем возможна индивидуальная планировка. Здесь мы видим несущих конструкций именно немного, поэтому, соответственно, здесь жители смогут себе наиболее комфортную планировку выбрать, согласовать это с архитектурой и реализовать. А это стадион «Металлург». Здесь идет реконструкция зрительских трибун. Проектом предусмотрено увеличение числа посадочных мест и навес, защищающий болельщиков от атмосферных осадков. Работы на трибунах планируется завершить к началу очередного футбольного сезона. И это только первый этап обновления стадиона. Мы хотим сейчас разработать проект и, соответственно, здание это перепроектировать, аварийное снести и сделать хороший функциональный спортивный комплекс с раздевалками для спортсменов, здесь для занятий легкой атлетикой, в том числе фитнесом и всему остальному. То есть, чтобы это было красиво, цивилизованно и удобно.